Всем привет, дорогие друзья! У нас наконец-то весна. Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. Всего хорошего вам, хорошего настроения, здоровья, счастья, любви. Хорошего денечка. И сегодня, и завтра. И вообще по жизни. Саша! Пойдем, пойдем, обрежем там. У нас куст сломался там на улице. Жасмин снегом его поломала. Надо. А, давай бабушка тебе снимет курточку, давай. Иди, давай, жарко. Давай. Наша мама убирается там в доме. Влажная уборка с утра. Ребенок в доме. Да. Кукушка там. А кто там пришел? Кто там пришел? Деда пришел. Не дядя. Дядя? Да. Ты не узнал деда? Дядя. А что ты туда пошел, а не к нам? Иди же расскажи, как рыбалка. Да, никак. Вчера еще рыба, вообще. Да? Дождю, наверное. Дождю? Да не надо нам дождя. А что она? Нас и так устраивает. А что она не клюет? Не клюет? Да. Ты во сколько ушел? Полседьмого. Полседьмого? Понятно. А? Ну давай. Вот так. Внук качается, а бабушка обрезает смородину. Вон старые ветки. Ну что ж, обновим. Я хотела ее убрать вообще. Ну. Ладно, пускай еще порастет. Она вместо хотела посадить гортензию. Ау. Слезать уже будешь? Да, надоело? Ну давай. Не? Лёшик, ты не рано разделся. Ты хоть безрукавку надевай. Спина будет болеть потом. Тележка наша сломалась, надо варить. Лёшик вчера там её разбирал. Надо новую покупать. Лиза! Лиза! Лиза кота увидела там. Ау! Ты занимаешься своими делами? Да? Да? Занимайся. Ты по кофейку? Да? Давай. Сняли ведра, вот стуй. Туечки перезимовали. Ну, нормально. Вот это вот какая-то немножко желтенькая. Но она отойдет. Она отойдет. А то все нормальные такие зелененькие, красивые. Вот. И тут тоже. Подросли. Подросли уже. Они то ли зимой растут тоже, не знаю, под снегом. У меня такое впечатление, что они растут и под снегом. Так, сдала. Смену сдал, смену принял. Мама приняла смену. Все, бабушка свободна.
Все, Лешик, пересыпал? Или только открыл? Пересыпал. Пересыпал. Где Педрито? Педрито? Эй! Педро, Педро! Надо травки им нарвать. Там у них еще есть, но это вчерашнее. Надо свеженькое нарвать. Да, ау! Не, не нужен. Да. Ну что, Лешек, чем будем заниматься? Надо грядками заниматься. Можно уже вот перекопать. В смысле? Грядку делать? В смысле? Как заниматься? Как заниматься? Надо перекапывать, надо натаскать этого еще компоста, перекопать, и уже можно сеять. Натяжку я разобрал. Ведрами. Лешик разобрал тачку. Теперь носит компост этим ведром. Ну, хоть эту грядку вот посеять здесь может. Что, морковку, петрушку уже пора сеять. Тяжело, конечно, ведром. В хозяйстве без тележки очень-очень даже хреново. Да, Лешик? А? Да, Лешик, говорю. Что? Без тележки хреново. Ну, да. В хозяйстве. Ой, червячки там вон. Собирай. А что, у тебя мало червячков? Нет. Мы ж тебе собрали полным-полно. Есть пока. Есть пока. Перекур. Перекур. Вот, сверху еще вот это вот. Ну, сейчас хотим вот здесь вот выбрать. Потом сверху снять вот эти веточки. Вот это вот все. Тут еще сверху трава такая. Она высохла, но она не перегнила. Вот. Не перекомпостила ее еще. Сюда, а потом там выбрать на грядке. Помощница. Все, у Лешика перекур. Ох, уже это курево. Тридцать два на солнце, да? Ну да, там, ну жарко, да. Я чувствую, оделась. Можно было уже футболку надевать. Футболку и безрукавку. А я там на клумбах вожусь. Надо клумбы до ума, потому что трава уже лезет. Еще мокро-мокро, но трава уже лезет. Ого, и правда. На солнышке. 32. Обманчивое солнышко. Обманчивое, да. Ну, нет, да ну как обманчивое. Нет, уже хорошее солнышко. А я в один момент. Я уже загорела. Пальцы ног загорели? Нос. У меня всегда в первую очередь нос загорает. Заклей. Надо заклеивать, да. Жарко. О, пчелки же. Дрон над нами пролетел недавно какой-то. Разведчик. Не знаю. А что, у нас здесь, ребята, до Украины 190 километров. По прямой. До границы. Через Брянск.
Так что все может быть. Сейчас вам рогатки бронебойные поставят и замерите. Лиза! Лиза! Эй, ты! А ты, это будет везде лежать. Это ее место тут. Загорит? Загорит? Да. Вот так. Улеглась. Пойду я туда сяду, у меня не дымит. Ну да. Дымишь на ребенка. Иля, иди ложись на лавку. Ложись на лавку. Иди. Давай. Иди на солнышке, погрей свои косточки. Покажи ей, куда запрыгнуть. Покажи. Лиля, давай сюда. Вот так. Вот он. Садись. Ложись на солнышко тут. Лиска там, а ты тут. Она да? Прижала. Часы нам надо поставить, батарейку вставить. Ну, уже пора. Сегодня сколько было? Вот. 6, по-моему. Ага. 6 градусов? Да. Вот так, улеглась. Ой. Грабельки взять и грабельками разровнять. Потом эти лопаты, да? А потом перекопать, да. Перекопать, чтобы рыхленько было, так вот, мягонько. Она уже там, то, что лежала. Она уже там. Ой-ой-ой. Что там, Лиза? Немножко обновила смородину, постригла он ветки старые. Молодые оставила. Посмотрим. В прошлом году было мало смородины. И эту тоже. Машина. Машины у нас здесь очень редко ездят. Так, вот эту вот клумбу уже вот немножко преобразила, порвала травку, где там была, и вот эту тоже. Вот. Порядок. Осталась вон та. Вот это длинная. Тут уже тоже трава лезет полно. Сныки-то кругом. Кругом. Прибежала, прям обняла меня. Вот так вот. Вот. Ну что ты? Лягушка. Да. Лягушка. Маленькая. Да. Вот так вот. Вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Лиза, кто там? Квакушка. Ребята, а какая у меня поляна, вон желтая, гляньте. Гляньте, гляньте, посмотрите. Ой, о, какая. Пчелка вон, ой, сколько я вон уже собрала на лапках. Нектара. Каждый цветочек. Ну, пчелок что-то мало. Мало-мало. Да?
Лиля за мной по пятам. Как Саша за мамой по пятам, так Лиля за мной по пятам тоже ходит. Сейчас Илонка мне там помогает на клумбах. Хочу взять еще одни перчатки. Сломалась тележка. А? Хватит, хватит, Лешек. Разгрести его, перекопать, и все, грядка у нас готова. Да, можно сеять. Куда полез помощник? Власть,